Чемпионате Молдовы по мини-футболу наступает самая жаркая пора. Команда «Серия» вот-вот определяет чемпиона серебряного, а также бронзового призеров. Однако в главном дивизионе страны скоро определятся не только призеры, но и клубы, которые покинут национальную серию. Так, за 5-6 места в группе поборется в очном противостоянии «Техмед» и «Мастер-класс». Встреча пройдет завтра в 9 утра до наступления самой жаркой поры на полях спорткомплекса «Урбан-Арена» в столице. До прямого противостояния у «Техмеда» 16 очков в активе. Хуже пока дела обстоят у «Мастер-класса». У команды всего 10 очков. Что же касается претендентов на медали, то их несколько. Фаворитом считается «Молд Прогресс», который занимает первое место в турнирной таблице. У команды из Дурлеш после 15 матчей 36 очков. Далее следует «Эколюкс» 27 баллов. На третьей строчке расположилась «Вольта» 21 очко. И, наконец, четвертую позицию пока оккупировала команда «Ред Девилс» 17 очков. Завтра «Молд Прогресс» сыграет с «Ред Девилсом», а вот «Эколюкс» сразится с «Вольтой». Обе встречи начнутся также в 9 утра на полях спорткомплекса «Урбан-Арена». Что же касается последнего прошедшего 15-го тура, то в двух матчах были зарегистрированы ничейные результаты. «Ред Девилс» и «Техмед» разошлись с «Миром» 2-2. У меня сейчас положительные эмоции. Наша задача заключалась в том, чтобы мы пробились в первую четверку. Сложный матч. Сегодня было жарко и много борьбы. Мы вели в счете, но, к сожалению, не смогли выстоять до конца и пропустили гол на последних минутах. А вот в другом матче главный претендент на чемпионский титул «Молд Прогресс» также сыграл в ничью 3-3 с «Вольтой». По ходу всего поединка «Вольта» вела в счете на каком-то отрезке даже с разницей в два мяча. Однако более опытная команда «Молд Прогресс» наверстала упущенное и сравняла. Причем последние два гола клуб из Дурлешт забил в течение всего лишь одной минуты. Сейчас все наши мысли о полуфинале плей-офф. Конечно, мы сейчас усердно готовимся к следующему поединку. Можно сказать, что это был сложный для нас матч, поскольку мы играли против чемпиона Молдовы. У них хорошие, опытные футболисты, но мы при этом могли даже вырвать победу. Отметим, что действующим чемпионом Молдовы по мини-футболу является «Молд Прогресс».